Che cos'è l'amore? Chi vive al vento? Chi sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto? Alla maca gelata che ha perso il suo gazebo? Guai alla stagione andata all'ombra del lampione San Susì. Che cos'è l'amore? Chi vive alla porta? Alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa, che sfoglia senza posa, al saluto riverente del peruviano dondolante che china il capo all'ustro della settima polare. Ai permette signorina, sono il re della cantina, volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Ma s'appoggi pure volentieri fino all'alba livida di bruma che ci asciuga e ci consuma. Dai я врублю, ну где? Ой, нет. Дай. Ну что ты серёг? Чувствуй. Мы с Аленой два дня ездим в машине, составляем плейлист. Лайки ставите. Танцевать-то не под что. Я говорю, ну не слушай я танцевальную музыку. Ну под что мы будем танцевать? В Apple Music заходишь, лучшая танцевальная музыка, поп-сто скачешь и все. Ну вот, мы давай включать всякие вот танцевальные миксы, все это пора. Я не люблю насилие и бессилие. Вот только жадный разговор Христа. Ладно, давай. Все, беги. Ай, permette, signorina, Потеggio tutto cronco sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Son monarca e son boemio. Se questa è la miseria, amici, tuffo con dignità da rei. Желаю любви, и тот мой будет о любви, и это любовь, потому что это самое главное, одно из самых главных в жизни всех людей. Любовь многогранна, любовь ко всему, но любовь между мужчиной и женщиной – это вообще продолжение жизни, да, человечества. Очень много посвящено любви стихов, песен. И вот я сейчас хочу зачитать одно стихотворение про любовь. Я, кажется, влюбился. Узнал, что это значит. Я только на нее взгляну одним лишь глазом и сразу понимаю, я не зря живу. Я знаю, что любовь и не приходит с первым разом. Но я хочу осуществить мечту. Она красива, как рассвет. Характер добрый и спокойный. Куда посмотрит, туда глядит и свет. Куда не смотрит, пасмурно и знойно. Я считаю, мы сегодня присутствовали при том, как два человека приняли окончательное решение, что им вдвоем по жизни будет идти гораздо легче, чем поодиночке. Пожелал бы вам, чтобы вы вдвоем по жизни шли, что называется, бок о бок, плечо к плечу.
что вот те трудности, которые на пути появлялись, вам удавалось всегда вдвоем преодолевать. Потому что, ну, жизнь, она без трудностей же не бывает. Да она неинтересна же будет, да? Ну, как болото, да все одно и то же. Вроде неинтересно. Как говорят же русские люди, трудности, они укрепляют вместе. Ну, дай Бог вам, чтобы все трудности, которые на пути появятся, вам вот своей семьей удалось всегда преодолеть. Ну и, конечно же, чтобы удалось воспитать, вначале родить, потом воспитать таких детей, которыми вам довелось бы в жизни гордиться. Просто сказать, что это наши дети, мы их родили, мы их воспитали. Вот, смотрите, вот что у вас все это в жизни складывалось. За вас, молодожены, всего вам самого-самого. Я даже конверты написал. Наверное, одна из немногих, ну, кроме Алёниной семьи, естественно, кто знает Алёну прям давно. Потрясающая доброты девушка. Она всегда меня, она мне просто с первого дня, когда мы с ней познакомились, я подумала, боже мой, такое бывает, серьезно, невероятное. И когда они начали встречаться с Ваней, я подумала, господи, как замечательно. То есть Ваня — это тот человек, который действительно может это оценить. Он может понять просто, насколько с ним потрясающий рядом человек. Алёна, она просто становилась все более и более счастливой. То есть просто с каждым годом я видела, как Алёна становится все радостнее и радостнее. И я была просто так рада, что это все происходит. И я это вижу с самой стороны, и я как бы не придумываю. То есть это потрясающе, ребята. Просто супер. I've been holding in everything. I just wanna say the words out loud. Рассказывали про прошлое, про будущее, желали всего самого интересного. И это все про вашу жизнь, которая была, сейчас и будет. Жизнь — штука сложная на самом деле. Вот сегодня мы все радуемся, очень крутое событие, но и это как такая верхняя мера счастья. А есть также и сложные вещи. Я могу сказать только то, что на протяжении этого пути, которого вам желают, мы будем рядом. Come on, man.